Так, всем привет! Вот решил снять видео про компрессор. Купил компрессор для внешнего фильтра. Хочу сделать внешний фильтр. Вот, аквариум постоянно грязный. Внутренний фильтр надо очень часто менять, там раз в неделю. И чистит он как-то, я бы сказал, не очень качественно. Вот. И поэтому вот решил сделать внешний фильтр и купил компрессор. Вот. Какой-то Себа, Китай, как обычно. Так, написано, что потребляет 35 ватт. Максимальная 2800 литров в час прочищает воду. И подъем воды на 2 метра. Уже приготовил ванну, чтобы запустить, посмотреть, как он работает в холостую, как он там маслает. Вот что идет в комплекте. В комплекте идет трубка, она там подключается вверх, то есть у компрессора два выхода. Вот он сам компрессор. Сейчас вытащу. Вот он сам компрессор. Большая, довольно большая такая башка. Вот у него два выхода. Один отсюда и другой сверху. Тут то же самое все написано, 35 ватт, 2800 максимально, 2 метра. Что еще в комплекте идет? В комплекте идет забор воды. Он тут как-то соединяет, вот так тут соединяется. Дальше что? Дальше идут всякие насадки. Присоски. Так, ну это, наверное, наверх. Вот эта штука. Ну, я ее подключать не буду. Вот, наверное, попробуем вот это вот подключим. Для наглядности. Так, не знаю, тут как правильно, может вот так. Да, скорее всего так. Так, и наконечник. Сейчас его подложу в воду. Так, вилка тут вот такая, но она будет обрезаться для того, чтобы вставить во внешний фильтр. То есть он у меня будет, ну, сделан как обычно, как в интернете выкладывают, из ПВХ трубы сотки. Вот. Так, ну вот я его подключаю. Так, и посмотрим, как он маслает. Довольно-таки неплохо. Можно одну затыкать. Воздуха хапну. Одну можно затыкать, и тут усиливается давление.
Так, вот так это все происходит. Так, сейчас я его отключу и попробую через трубку посмотреть, насколько поднимется вода. Подключаю трубку. Ну вот такой напор, это скорее всего, если заткнуть там нижнюю, то напор будет, думаю, сильнее. А так это совсем не все. Так, сейчас попробую какую камеру поставлю. Попробую заткнуть ту нижнюю часть. То есть сейчас такой напор, затыкаю, вылетит трубка. Вот такой напор, затыкаю. Ну, слабенько. Открыл. Ну, на метр, по крайней мере, буду поднимать. Мне как раз и надо на метр. Так как я его буду ставить на внешник, я немного сомневаюсь, что мне его хватит, потому что там будет фильтрующий материал. И когда вода будет проходить через фильтрующий материал, мне кажется, его эффективность упадет, напор упадет еще, наверное, ну как минимум в половину. Вот. Вот такой вот фильтр.